Проходите, сестры, проходите. Татьяна, проходите. Садитесь. Ага, садитесь. Нельзя? Нет, до 9 января. Там есть конверты? Вон, принесли их. Нету конвертов. Никого нету, что ли? Переводящий? Костя. Переводи. Я не умею. Да ну ладно. Богом. Переводящих нету, пошли бы. Так, это, а где? Ты налила выше, это твоя здесь? Да. А где она? Ну, чтобы они подошли, так подождите. Где-то я не могу пролезть, что-то меня запечатали. Запечатали. Проходили. Царю небесный, утешителю души сильный, и живи здесь, и все исполняй, сокровище плани, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очисти мне от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, пребудь с нами. Научи нас пребывать в истине Твоей всегда, возрастать от веры к вере. Научи быть верными чадами Твоими. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Татьяна Кузьминична, ну, о болящих, как всегда, мы говорим в начале о наших нуждах, об отсутствующих, кто не с нами, кто мог бы быть с нами, но по разным причинам не присутствует. Болящие все те же у нас, как вот мы перечислили всех. Все приглядывают под уходом, ну, все... Под присмотром, вот все ухоженные. У нас больная, руки все ухоженные. Сестре Александре буду еще просить сестер. У нас Надежда уехала. И так получается, что у нас тут выпадают дни. Но это потом с сестрами. Какая Надежда? Польгуева. Польгуева и Надежде звонили. Они назвали своего сынуля Илья. Крестили Илья. Илья? Угу. Там дождь, все время дождь идет, говорит, вообще солнца нет, постоянный дождь. Говорит, такая вот тяжелая погода, она прямо там не может. Вот, рвется сюда, соскучилась по всем, поклон всем передает. Спасибо, Христос, ей тоже поклон, если будете еще говорить. Сама скажи. Илья Львович. Ну и так все у нас. Игорь не приехал, вот путешествующий, там Юля с ним, с чадами, молитесь тоже, так все вроде бы, все так выписаны. Татьяна это, Цингаева не пришла, она сегодня, там снег очень большой, сильно, ей тяжело вот в этом протезе, с протезом идти, поэтому она позвонила, предупредила, а так вроде бы уходит в поликлинику. Все будет у нее так. Идет на поправку. И все. Дети вроде бы все здоровы. Спасибо. Мы знаем, что Слово Божие живо и действенно во все времена. И в наше время тоже оно живо и действенно. И через апостола Павла мы знаем слова такие, что
нам небезызвестны умыслы сатаны. Мы должны благодарить Бога, что над нами еще мирное небо, что не сыпятся на нас бомбы из этих орудий залпового огня, которые сейчас вовсю орудуют рядом с нами буквально. Причем там живут наши родные, близкие люди, русскоговорящие братья наши, по вере. Я говорю об Украине. И не все так, как нам преподают в наших средствах массовой информации. Я вот наткнулся в интернете на такую повесть. Она называется «О людях войны», из повести «Автобиография войны», так и называется. Если позволите, я немного из нее зачту. Некая Алена Степова пишет. Судя по всему, она журналистка. Это для того, чтобы мы знали, что очень близко все к нам это. Чтобы знали, о чем молиться. И через Слово Божие, через эту призму, правильную призму, воспринимали все события, которые вокруг нас. Война не щадит и тех, кто призвал ее. Люди войны. Они шли на блокпост, брали в руки автомат, молились о погибели украинского народа, читали лекции детям в школе, вкладывая в неокрепшие мозги свои правила ненависти, рассказывали подругам о распятых младенцах, сеяли семена страха в души окружающих. Кто они, принявшие иллюзию за веру и веру, превратившие в иллюзию? Что искали они в этой войне? Что обрели? Многие скажут, а зачем нам знать о них? У нас свои герои. Это правда. Пока одни защищали мир, другие несли в него войну. Я оказалась среди вторых. Нет-нет, я не проповедовала войну, не разжигала ненависть в Украине. Я просто волей судьбы оказалась на территории этих людей, хотя с рождения считала эту землю своей любимой, малой родиной. Оказалось, что теперь у каждого своя родина, и каждый над ней видит свой флаг. Люди войны. Можно ли это применить к тем, кто оказался заложником территории? Можно ли говорить о тех, кто не воевал, не призывал, а жил, работал, выполнял свой долг, но был поглощен войной? Можно ли говорить, они призвали войну, обобщая людей, ограничивая их границами? Жернова войны просто пожирают свою жертву, не спрашивая партийность, вероисповедание, статус в обществе. Им все равно, на чьей стороне ты. Им даже все равно, что жертва не согласна. Мы все теперь люди войны. Я родилась на Донбассе 40 лет назад. Тогда здесь был мир, который не делился на укров и фашистов. Я жила здесь, как миллионы других людей, любила свой пыльный антрацитный край, взрослела, писала стихи, бегала на свидания, училась слушать степь, понимать язык трав, родила детей и учила их любить свою землю. И вдруг мою обычную и ничем не примечательную жизнь обожгла русская весна 2014 года. С первого ее дня я ищу ответ на банальное «почему». Я раскапываю, вскрываю, констатирую, фотографирую, изучаю души, судьбы, ситуации, факты. Мне кажется, это важно. Врага, причины и мотивы его поступков нужно знать. Нужно понимать и чувствовать врага сердцем. Я ловлю себя на мысли, а врага ли? Соседи, друзья, кумовья, знакомые, сослуживцы. Могут ли они быть моими врагами, нашими врагами? А могут ли быть сепы, ватники, ополченцы, любители русского мира, в кавычках, в той, другой стороне? Может ли человек быть врагом человека? Может ли человек, рожденный в Украине, ненавидеть Украину? За что можно ненавидеть свою страну, землю, окружающих тебя и даже родных людей? Что является корнем ненависти? Что принесла война и кто развязал войну? Могла ли начаться война в другой области Украины? Куда дойдет она? Чья жизнь рассыплется в ее жерновах? Страшные вопросы. Я боюсь получить на них ответ. Таня, Ровенки. Мне позвонили знакомые. У нас ЧП. Таня умерла. Ну, помнишь ее, маленькая такая, на блокпосту? Я вспомнил ее по ярким новостным сюжетам и видео в Ютубе, где она, сияя праведным антибандеровским гневом, призывала обратиться к Путину. «Россия нас не бросит», кажется, так звучали ее слова. Но больше она мне запомнилась по Дьяковскому разъезду. На этом блокпосте я оказалась во время одного из богослужений, который в мае этого года проводил священник местной епархии, благословляя ополчение на нашу Ровеньков. Тогда меня потрясло многое. Сюрреализм из войны и веры. Тот, кто должен нести любовь, благословлял на убийство.
Люди в камуфляже с автоматами наперевес, бутылка пива в руке, слушали полуха проповедь, периодически отхлебывая пиво из горлышка и переговариваясь по рации. Священник рассказал об ужасах, нависших над православием и русским народом, о страшных фашистах, идущих на наши города из Львова, отрядах католиков-правосеков, плане Госдепа по наполнению хранилищ органами православных людей. Изредка и не в попад, поддакивающие ему камуфляжные люди пили черниговское 17-15 и курили явно не российские винства. Из русского на этом блокпосту были казаки, куча оружия и русский флаг. Из православия иконы и крест. Рядом со всем этим, явно дополняя сюр и переводя его в кич, наполняя абсурдом и безумием на коленях среди бетонных плит, автоматов и икон, обвитых искусственными цветами, стояла дрожащая то ли от гнева, то ли от религиозного трепета женщина. Она смотрела на проповедника глазами, полными слез и преданности, часто крестясь и практически сливаясь с землей в коленопреклонении. В ее глазах, фигуре, жестах было столько покорности, что мне стало стыдно и страшно. Стыдно, что я подсмотрела обнаженность молящегося человека. Страшно, что от всего этого веяло нездоровым фанатизмом. Маленькая, щупленькая, скромно одетая Таня, она была на всех митингах против Бандер. С первого дня, в первых рядах, она готовила и стирала, кормила, поила, бегала за сигаретами для защитников, покупая, в кавычках причем, защитников, покупая их на свои деньги, вынесла из дома вещи, консервацию, запасы. Она была одержима победой православия и действительно ждала Путина. «Россия нас не бросит», – так начинался ее путь в никуда. «Россия не имеет права нас бросить», – как-то растерянно звучало в середине пути. «Россия придет, надо верить, и она придет», – неестественно звенело в пустотой в конце взрыхленной тараканами, траками, взрыхленной траками танков дороги. Она верила, но бандеровцы в город так и не приехали, Путин не пришел, Россия о ней не знала, вернее, России было все равно, что есть ли Таня на земле. Зато пришли грабежи, казаки и голод. Она боялась выходить из дома, чтобы не попасть под соседское «ну и где твое обещанное счастье?», а потом все же вышла через балкон. Знал ли священник, испытывавший доверие прихожанки в своей игре, о смятении ее души, о разочаровании, о мыслях, с которыми она ставила стул к перилам балкона? Я не знаю и не берусь судить. Здесь у каждого своя война. Свои жертвы, свои пленные, своя стратегия. Я уже давно понимаю, что война идет не только на поле боя и ведется не только оружием. Включаю телевизор. Уже 9 месяцев с экрана идет агрессия, пропаганда, насилие и войны. Война заменила нам жизнь. Мы ничего не видим вокруг, кроме войны. Даже мирная жизнь уже не страшит нас. Уже страшит нас. Россия не дает дышать, давит информацией, крови и паники. На Донбассе страх был всегда. Он не связан с войной. Страх ведет шахтера по шахте. Там без него нельзя. Бесстрашие поражает беспечность. Как только ты перестаешь бояться, ты нарушаешь технику безопасности и все. Подземный мир не прощает бесстрашие. Страх в крови шахтера, в нерве, в каждой клетке. 1200 метров темноты. Ты и твой луч от коногонки. Вот и все, на что ты можешь рассчитывать. Если он гаснет, гаснет жизнь. А там, наверху, ты смотришь телевизор, не выходя из состояния страха. Мы находимся в этом состоянии около 6480 часов. Нас пугали голодом и безработицей, Майданом и Украиной, вуйками, украми, концлагерями и забором органов, закрытием шахт, уничтожением городов, сланцевым газом и буферной зоны, распятыми младенцами, консервами из людей, неграми и югославами, сербами, албанцами, нацистами, фашистами, фосфорными бомбами, настоящими градами. Война разделила нас на тех, кто за, и тех, кто против. И большая половина тех, кто за, против, уже не понимают, почему они за, против. На днях заходила в церковь. Вдруг захотелось резко вздохнуть веры, смешанной с ладаном, потрескиванием свечей и тихим песнопением. Старушки в махеровых шапках и пуховых шалях, изрядно потрепанных временем, что-то начищали во время служения, периодически осеняя себя крестным знаменем и подхватывая за хором какой-то псалом. Без эмоций, без света, ровно, слаженно, как куклы.
люди потеряли веру. Я могу их понять. Здесь долго проповедовали благость русского мира, забыв о благости Господней. Мир любви заменили миром потребления. А в зоне сейчас высокий процент самоубийств. Об этом не напишут в прессе. Эти домохозяйки, шахтеры, старики, пенсионеры никому не интересны были в своей жизни и никому не интересны в своей смерти. Есть о чем подумать и молиться. Да поможет Господь и нам понять это. И вот когда смотришь сюжеты по телевидению, то не случайно продолжали сжаться около памятников Ленину эти люди, которые там шли на митинги. Это не случайно, потому что осталось то, что посеяли коммунисты, эту заразу, за которую еще придется отвечать. И у нас до сих пор не принесено покаяние в этом деянии. Поэтому и нам это грозит. А солнце встает над всеми, и над праведными, и над неправедными Господь посылает. Поэтому та беда, которая приходит, она приходит для всех. И для праведных, и неправедных. Можно? Да, брат. Ну, я хотел сказать об избранных. Много званых, мало избранных. Сегодня все-таки Евангелие от Луки, 14 глава, 16 по 24 стих читалось. Ну и вот, если нас всех брать, вот сегодня проповедники говорили, что в церкви кто стоит, это люди званые. Тех, кого Господь призвал, и они вот стоят пред Словом Божьим, на его перу находятся и готовы вкусить обещанных благ. Но есть избранные среди них, оказывается. Господь об этом и говорит, что званных много, избранных мало. И проповедник говорит, и из вас, может, тут стоящие, да точно есть избранные. То есть вот этих избранных очень мало. И Господь, как ни странно, из избранных вот нашу общину избрал. И мы в таком состоянии находимся. И то, что здесь вот сейчас брат сказал, оно как раз на нас отражается. Ведь почему произошло вот это слияние, вдруг неожиданное, всех вот этих зарубежных приходов, которые здесь были? Зарубежные приходы, они, как ни странно, показывали как раз разделение общества. И правительство это понимало. То есть, когда указывали власти православной церкви русской, здесь находящейся, на это разделение, то было понятно. Епископы из-за рубежа, у них тут приходы, и люди, которые верят в то, что там говорят, где-то за границей. Это, конечно, было страшно, это понятно. Но теперь так сделали, что объединение произошло. И кроме нашей общины, в общем, больше никого практически нет. Ну, есть те, кто отошел, вышел из русской зарубежной церкви. И теперь они свои зарубежные церкви, епархии здесь открыты, их много. Не одна, не две, около десяток уже этих епархий. И они постоянно, кстати, открываются, все новые епископы появляются, которые пытаются рассказать об этом разделении, которая все-таки присутствует у нас. И вот эти вопросы, которые тогда поднимались, о том, на чем основана церковь. Вот мы сегодня проповедь слушали, и там говорится, избранный это тот, кто верит и находится в Святой Православной Соборной Апостольской Церкви, которая единственная ведет его по верному пути. Но это так, потому что церковь святая непорочна. Может быть, кто-то и не понял проповедника, но это правда, что именно церковь ведет. Мы не говорим о тех властях, которые сейчас заблудили просто людей. Вот я не знаю, эта женщина, она, я так, даже так предполагаю, что она совершенно и не знает
до конца истин православия. И канонов-то она до конца не знает. Ну, может, какие-то знает, но, скорее всего, ничего она не знает. Но она вот это же подметила о священнике. Почему, почему сами священные иерархии эти не могут подметить? Вот патриарх взяло его за душу, вот что-то его проняло. Мы видим, и проповеди были некоторые, говорили прям людям, что нужно идти и нести свет Христов в сердца, говорит, людей, которые в сердце своем не имеют Христа. Такие слова, явно, что он где-то перед тем, как говорить их, он прочитал их просто и запомнил. Потому что до этого у него социум был, Бог, слово максимум о Христе не говорил. Но вот сейчас, когда начались вот эти события, война там, подготовка сейчас нашей армии, ударная подготовка к отражению вторжения войск НАТО, и вот и Путин сейчас новые программы объявляет перевооружение страны, там конкретно говорится, остановить продвижение на восток блока НАТО. Что, а куда, как понять остановить против, куда на восток продвижение? Уже Литва, Латвия, Эстония, они все уже в блоке НАТО. Кто там остался? А, Украина одна только осталась, ну, Беларусь еще. А остальные-то все там, Венгрии, они все уже в НАТО вошли. Болгария там еще, непонятно. Но тоже ее, скорее всего, ведут. Ну, это значит, как это будет останавливаться? И все время идет бряцание оружием. Но разногласия, которые еще были в идеологии, они так и остались. И мы же не можем забыть, что антихрист... Он придет на этой именно идеологии, когда эта блудница на багряном звере с надписями и с чашей в руке этого блудодейственного учения. Это учение однозначно только коммунизм. Это свобода, равенство и братство, которое масоны разлили по всему миру, начиная еще где-то приблизительно с 15 века это все началось. И до такой степени они проливали в уши это благородство этого учения, что люди просто потеряли ориентацию сейчас. И это вот видно как раз по украинскому народу, о чем здесь женщина подметила. Действительно, люди в своей собственной стране, вот это даже гражданское противостояние было на чем-то. Здесь никто не может ухватить концы. А на чем здесь гражданское противостояние-то? А оно очень тонкое здесь религиозное, религиозный подтекст, чего мы не видели во время, казалось бы, гражданской войны. А ведь и он тоже был во время гражданской войны. Только здесь был явно подчеркнут этот контекст. Это было просто уничтожение православия. Для чего? Чтобы можно было спокойно манипулировать людьми. Это только один момент. Свобода, равенство и братство. Людей направить на такую цель, которая недостижима, и самими в этот момент управлять этими массами. То есть толкнуть ракету и только направляет, тут сиди, один человек направляет, команда, и все. Она летит, цель поражает не одного человека, не миллионы, а миллиарды человек. Вот как уже все находится. И это учение блудодейственное, ересь, она разливает, будет разливаться и разливаться. И в этом виноваты мы. И вот это, вот избранность нашей общины как раз в том, чтобы нам вот не сдать эти последние позиции здесь в России. Я так предполагаю, что это одна из последних. И вот те, кто от нас уходят, они говорят, да, там точно так же улыбаются, тут сейчас встречают этих братьев наших. Все у них хорошо, все прекрасно. Не может быть ничего прекрасного. Об этом каждая проповедь Иоанна Златоуста. Только через скорби, говорят послания апостолов, только через скорби можно наследовать Царство Небесное. Царство Небесное, говорит Господь, силой берется и употребляющие усилия восхищает его. Поэтому, братья, мы не сказано здесь было вот Филаретом Черниговским, митрополитом, о том, что главное нужно, главную добродетель показать. Показать свою любовь к Евангелию, к Иисусу Христу, к ближним через дело милосердия. Главное дело милосердия – это благовестие. Ну, не сказано. Почему? Ну, тогда это было не принято. Все были православные. И, как говорится, кому не обратись, все говорят, да мы и так все знаем без тебя. Сейчас то же самое. Говорили, тоже знаем. Это где-то приблизительно, вот эта проповедь, 1880 года.
Больше 100 лет этой проповеди, почти 150. А она также актуальна на сегодняшний день. Почему? Потому что сатана все время делает эту подмену. Он все время нас обманывает. Он все время говорит людям в уши: вы все знаете, сидите на месте, никто никуда не ходите. Там все знают без вас. И ты уже: а, ну точно, что я сейчас пойду там дураком выглядеть. Там все знают действительно без меня. И я вчера же посмотрел по телевизору. Там же показывали бы Иисусе Христе и об апостолах. Что-то там и правду сказали. А люди-то послушали, значит, они знают. Я сейчас выйду как дурачок, буду тут ходить по улицам, рассказывать им то же самое. Скажут: что ты говоришь, все, мы, теперь нам правительство все рассказывает. Это все страшная подмена. Для того, чтобы показать этот даже не лже-праздник, а около правдивый праздник или праздник с подменой, который сейчас сделали. Это называется День народного единства. Вот ни с того ни с сего взяли вдруг, решили этот День народного единства. И все, День народного единства, на чем основан, что там. А вот так от поляков освободили. На самом деле-то он подразумевает этот День народного единства объединить революционную ситуацию, которая была в 17 году. То есть богатых с бедными, чтобы показать, что это, да, там и те тоже достойны какого-то понимания, но и этих тоже не забывать. И об этом вот идут поэтому все и всякие передачи и трансляции, люди никак не могут определиться. А на Украине, вот Донбасс, Донецк, там вообще учение коммунистическое очень развито, потому что их же сразу границы отделили. И те публикации, которые были здесь в России, они были там людям недоступны. Разоблачение коммунистического строя, которые были в самом начале. Вот на этих волнах публикаций и в «Огоньке», там, и в других газетах, там, в «Новой жизни», вот, допустим, я пришел к тому пониманию, какое это было страшное разграничение. И что наша страна, она до сих пор находится в этом состоянии войны, в душе. Вот так начинаешь с людьми разговаривать, а люди вспоминают там, как жили их там бабушки, дедушки, рассказывали о том, как коммунисты что творили. И очень у многих это. И это все остается, и все это осталось, и есть, и будет продолжаться до тех пор, пока Христос не войдет в каждое сердце. Миру мир, говорят миллионы. А мир не вошел в их сердца. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Иисуса Христа. То есть у нас с вами безграничная деятельность, братья. Мы должны идти в этот мир и благовестить о Христе. Вот деваться больше некуда. Поэтому нравятся вам вот эти слова мои или не нравятся, до тех пор, пока вы не пойдете людям своими ногами, не поставите ноги, как сказал пророк Исаия, чтобы на холмах, чтобы благовестить мир, то избранничество ваше находится еще под сомнением. Господу нашему слава. Аминь. Спасибо, Христос, брат. Слава Христу. Братья, я хочу попросить вашей помощи в том, чтобы Господь не отверг мою помощь болящему брату Сергею. Я искренне хочу помочь ему, но понимаете, что за 1000 километров это сделать сложно. Тем не менее, попытки мы делаем. Просто нужно найти там людей, которые... Ну вот это вчера Игнатий Ильич говорил, это человек герой веры. Герой веры и такого духа, которому вот, просто наши вот эти сопли и слезы, они ничто по сравнению с тем, что мы видим у этого человека. Полностью парализованный человек, еще творит иконы, пишет, рисует иконы. Не рисует, а пишет, творит. По 16 часов трудится. Какое благовестие от него идет. Это просто поразительно. И сколько чудес уже Господь показал на нем. Он давно должен был умереть. У него 3 клинических смерти было. 2 операции по 7 часов на позвоночнике. Там другие сложнейшие осложнения были такие, там перитонит, воспаление брюшин, сепсис. Там и сейчас состояние такое, что только вот благодаря вот этому союзу матери и его, и, конечно, Божьей помощи, молитва. Они постоянно в молитве, и родные молятся о них. И, конечно, я призываю вас молиться о нем, чтобы Господь ему помог, и чтобы никогда у него даже мысли не возникло о каком-то ропоте, о какой-то там отчаянии, тем более.
Ну и вот, чтобы Господь помог мне помочь ему, если чтобы принял от меня эту недостойнейшего раба вот эту помощь. Я пытаюсь там найти людей, которые могли бы там забрать у него, что нужно для анализа, чтобы потом действенно помочь. Да, Анна. Братья, сестры, простите, Христа ради, я хотела поговорить немножко сегодня о наших глухонемых, которых нет. То есть они у нас остались сиротами, потому что Лёва у нас уехал, Игорь у нас в отъезде, Лена сегодня не пришла. Вот я спрашивала Валера, говорит, заболел маленько, как Андрей. Вот, ну я чем могу помогаю, но я вот глухонемого языка не знаю. Вот вечернюю службу я еще маленько теперь разбираюсь, потому что вечером, когда прихожу, маленько им показываю. А сегодня утром уже я, потому что Лена обычно бывает, и я уже, знаете, потерялась. И уже хорошо, Тамара, она знает службу. Я вообще удивляюсь их вере, потому что они, учитывая то, что глухонемые, и они по субботам ходят, и никто из них вообще первые не уходит. Приходят, первые. Первые приходят, и из них никто, по-моему, из общины не ушел, кроме вот в очках была женщина у нас. Ирина. Откуда-то она. Ира, да. Ира. Остальные-то все здесь, еще даже вот пришла последняя эта в очках-то, господи, помилуй, забываю, как зовут. Вот, и я что хочу сказать, я подходила до этого еще в прошлом году к Насте Дробот и просила, чтобы она уже своих детей маленько подготавливала, потому что ну, у них дома, они в погружении живут, у них отец глухонемой, мать говорящая, Янафа уже взрослая, она уже девица, ей уже скоро замуж выходить. Я подходила, сначала с Настей беседовала, говорю, Настя, ну у вас такая дома ситуация, вы нуждаетесь в этом, и община наша в этом нуждается. Потому что, ну, община чем может им помогает, но хотелось бы получить какую-то отдачу, чтобы кто-то из ребятишек уже становился там же и помогал. Хотя бы сначала показывать, потом уже маленько переводить. Ну, потому что это нужно, необходимо, во-первых, их отцу, во-вторых, членам нашей общины, которые не имеют возможности даже вот сегодня побыть на собрании. Я хочу вас, братья и сестры, просто чтобы мы все помолились. И Янаф, я говорила, тоже, кстати, подходила. Она вот все, знаете, вот, мы тем более увидели несколько раз на рождественских концертах, что у нее есть дар слова. Она вот там что-то пишет. Значит, она вполне это, ей может и в жизни это пригодится, где-то потом работать с теми же глухонемыми. Поэтому я прошу вас, давайте, наверное, я неправильно поступила, сначала пошла к ним. Наверное, надо сначала, чтобы мы все как бы соборно помолились об этом деле, чтобы у нее возревновало. И дети, и сама Настя, чтобы как-то вот они приняли участие в общественной жизни. Потому что община-то им помогает. Игнат Тихоновичу очень много помогает. А от них как бы отдачи, ну, сильно я не вижу, честно вам признаюсь. Потому что я тут однажды попыталась даже Настю уже поставить в дежурные. Так мне наши закричали, что ты далеко живет. Но я ничего не вижу. У нас Галя ездит уже издалека. Таня тоже уже давно моет. Все мамочки уже присоединились к дежурству. Потому что, ну, вы видите сами, у нас одни бабушки. А бабушки стареют, они уже должны на заслуженный отдых уходить. Если 2-3 раза в год продежурить, это не так страшно. Поэтому, сестры, я хочу еще все-таки и Настю включить. А Настю можно уже и с Хинафой включить в дежурство. Вполне. Поэтому я в следующий раз ее поставлю. Поэтому, сестры, пожалуйста, не возмущайтесь. Пусть Настя сама разруливает маленько эту ситуацию. Потому что они приходят, четверо детей, и они иногда взрослые приходят тоже. Да, топчут, так сказать. Потом, простите, если кого-то чем-то соблазнил или обидел. Давайте помолимся о том, чтобы у нас была смена для глухонемых переводить. Благое дело. Еще всем знакомо имя Глеб Якунин. Да. Много слышали. И мы этому человеку обязаны многим, потому что наш наставник, наш духовный отец, естественно, был в общении в тесном с этим человеком. И он почил 25 декабря. Так что нужно молиться о его кончине, чтобы Господь сподобил его предстать его пресветлые очи, чтобы был оправданным, чтобы наследовал Царствие Небесное. Ну и попросим Игната Тихоновича рассказать о том общении, которое было у него с этим человеком. Игнат Тихонович. Ну, прежде чем говорить о покойнике, я поговорю о вновь рожденных. Дайте сигнал, что вы пришли, которые ваша внучка пришли, и мухи. Мухи это девочка меньшая. Дело в том, что у нас, которые люди новые пришли, они кое-чего не знают. Со дня основания общины я являюсь старостой ее. Но кроме того, у меня еще одна есть должность скрытная.
И там написано «засобы», там «заслуги» и прочее, прочее. «Попечитель общины». А задача заключается в том, чтобы я знал всех бедных, сирых, покинутых и прийти на помощь. Там студенты, многодетные. Ну, как мог. Я ездил, и мне помогали. По милости Божией, я думаю, Бог не ошибся, что меня на это дело поставил. Ко мне ничего не прилипло, ни одного цента, ни одного рубля, нигде. И поэтому, когда я вернулся из Америки, это в 92-м году, ну, как помочь-то? Ну, я не знаю, насколько это было разумно, я образовал примерно 10 библиотек из церковной литературы. У патриархии закупили книг, ну и даже не здесь, только в другие места, там из Златоуста, что можно было ценно, я знал, что это такое. Ну а потом там инструмент закупил и положил для всех, кто в Потеряевке, пособие ежемесячное на хлеб. Но с оговоркой, чтобы ни на какие путешествия никуда не тратили, чтобы с голоду-то не умерли люди-то, потому что приехали. Одна моя мама с пенсией, у остальных ничего нету. А тут свадьба. Но я положил каждому на свадьбу по $100. Но наказал, тратить нельзя. Положите где-то, как в сказке, неразменный рубль. И когда крайняя будет нужда, и никого рядом не будет, вот тогда разменяйте. Уж кто как поправился. Но подходили некоторые, у меня вот нужда. Охота разменять ему. Я рассудил, нет нужды, нет, положи, пусть лежит. Нужда еще впереди. Ты не знаешь, что такое нужда. Когда 3 дня у тебя на зуб ничего не попало, и никто не помогает, и нету. Вот. Но времена меняются. 5 лет назад я положил каждому новорожденному сделать подарок. Это трехтомник наш Нового Завета, Блаженного Феофилакта толкования и Писанного Православия. Так, я хотел, чтобы принесли сюда вашу девочку, дайте там сигнал. И мухи, которые до 5 лет, потому что когда они рождались, меня здесь не было, я уезжал и прочее. У меня денег нет, да, чего я буду стараюсь. Но, где она? Объявляю, что... Кого имеете в виду? Кристину, смотри. Ну нету Кристины. Ну-ка давай, поясни. Я перепутала, думала, что это. А Кристина, там у тещи. Ну вот, перепутала. Значит, такое дело. Ты передашь, там у вас Машенька родилась. Угу. Вот это вот отдадите. Папе с мамой скажешь, чтобы никто эти книги не вытаскивал. Заверните, крепко подпишите. И каждый день рождения, в каждом году, ей открывайте, листайте, картинки показывайте, как совершеннолетие исполнится, и тогда ей в руки отдадите. Что, это и приданное будет на будущее. Держи. Не урони. Там у нас есть бумага, обертки, веревочки возьмете. Так, а это тебе. Держи. Так, скажи, чтобы никто у тебя не брал, ты хозяйка. Так, сегодня у меня и печальная по этому поводу. Вон Лена сидит, и она пришла без своей Аполлинарии. А это Аполлинария маленькая тоже. Две Аполлинарии у нас. И она пришла без своей девочки, ее нет. Почему? Я бы иначе не назвал не просто драма, а трагедия в семье. Когда семья наполовину. Один верит, другой не верит. И сегодня уже и девочка не пошла маленькая, что рядом... Второй родитель, вставать неохота, и я не пойду. Для меня это страшное беспокойство вызывает. Ни один мусульманский мальчик, ни одна девочка спать не будет сегодня, потому что все они 100% верят, по-своему верят. Нам даже завидовать им нельзя, нам никогда этого не достичь. Все 100% детей сегодня они будут в мечети. 100%. А если он там не будет, а этого не было за 1300 лет ни разу. Нам только учиться надо. Вот у нас у кого, вот он сидит, брат, это его дочка была, Аполлинария. Оба они здесь, все дети здесь. Загуляю вот здесь. Верующие родители все здесь. У кого наполовину, это же самые Потеряевки. Один туда, другой сюда. И побеждает всегда чернота. Ну вот, допустим, у меня 10 голубей белых. И вдруг я решил завести черных. Ну я им не могу сказать, кто на ком жениться-то. Чернота все победит. Несколько лет они все делаются черными, как будто нет. Негр рождается, и там, ну кто там, метис, потом мулат, там четвертинка, когда в нем остается-то. И все время чернота остается. Поэтому грех, он обладает силой притяжения. Я пока о детях сказал. Значит, передайте родителям эти книги, им не принадлежат. Принадлежат вот этим детишкам. А вот там у тебя, если поправится положение, Лена, когда-то, сейчас давать нельзя, просто на погибель. У тебя 2 дочери до этого было, и обе они там, ушли в мир. Ушли в мир, притом
даже мир даст им самую отрицательную характеристику. Как раньше мне говорили, с такой характеристикой даже в тюрьму не примут. Вот об этом надо плакать и молиться. Мне до того сестру жалко, она старается, она и говорит, ну, я называю не избрание. Если это избранный ребенок, ему ничто не помешает, он прорвет все и пройдет, как тот, который, с которого я защищался. 250 миллионов победил, прилепился и родился. Это борьба. Теперь об отце Глебе Якунине, Глеб Павлович. Он родился 4 марта 1934 года. В 80-х годах это были самые известные. Отец Дмитрий Дудко, Александр Мень и отец Глеб Якунин. Я всех знал, личные встречи были. Опять же, скажут, а ты о себе рассказываешь, ну о ком? Твой город-то не здесь был. Магнитофонов не было от батареек, а только от проводов. И моя 205, вот такая вот корытина, и я в мешке, обыкновенный мешок из-под картошки, по всему Советскому Союзу ездил, везде все записывал. И провода растянул по всем храмам, где надо. И роптали, и где только чего не делал, записывал. И писателей, и поэтов, и в литературном институте, и в Белом доме. А теперь это сокровище только у меня, люди-то ушли. И бесед, которые у меня были с отцом Дмитрием Дудко в храме, при храмом такой трапезной, у него на дому нигде нету этих фотографий. Ни у кого, ни за какие миллиарды это купить нельзя. Почему? А нет той фигуры. Нету. Так точно с отцом Александром Менем. Беседы только мои остались с ним, вот эти вот. Нету пользы, потому что я лично с ним беседовал, у него причащался. У меня где-то на 16 часов его проповеди были записаны только. Они не знают, оцифрованы, нет. Я про отца Глеба Якунина. Это первый священник, которого я знал, единственный. Который, когда говорят, ну вот у тебя в жизни какие были ошибки? Самая большая ошибка. Он, то, что я стал священником, по другим мотивам, не по мотивам веры, а по мотивам политическим. Думаю, что меня как священника лучше будут слушать. Как он мог пойти на это? Человек огромной такой эрудиции. Меня сватали священники. Вот первое это плотную. Не выпущу, пока не рукоположу. Епископ Вениамин был черноморский, кубанский. Дальше. У митрополита Виталия когда были, они прям поставили задачу. Сегодняшний Иларион, который этот, как правило, наш митрополит. Вы обязаны уехать только священником. Я стал выкладывать, почему я не могу. Мне кое-где вход будет закрытый. Митрополит Виталий подумал, а пожалуй, он прав на меня говорит. И кое-где закроется дверь. Я никогда ничем не был связан. Андрей Кураев сказал, почему ты не священник? Вопрос. Потому что я, говорит, свободен. А священник обязан службу вести, а диакон, он не связан этим, он может помогать, а может быть в командировке. Вот почему не быть связанным. И отец Глеб связал себя этим. И я удивлялся, когда ему говорил вот это, да это ли важно, это ну... Ты посмотри, что в правительстве это делается. У него главная задача была, он говорил, сейчас главная задача Руслана Хасбулатова свалить. Задача какая была? А Борис Николаевич помог, там свернули, это все такое. И о чем бы я ни говорил, а кого я назвал, эти были самые известные священники, которые заплатили большую цену. Отец Глеб Якунин 7 лет, 5 лет первых лагерей, там 7 лет высылки. Отец Александр Мень заплатил жизнью. И в то время на грани ареста был. Это нам кажется. Ну, он такой человек, его не могли тронуть, ничего подобного. Хотя он во главе всей этой московской элиты. У него там были. Но у меня со всеми ими были разногласия. И они это понимали и не осуждали меня за это. Но у вас такой-то какой-то чрезвычайный максимализм. Вот у нас и во внешнем, и форма, вот как соблюдение канонов. Лучше всех это увидел Андрей Кураев. Невообразимым образом как-то складывается все у него. Это вот требование к уставу и одновременно вот этот пиетет к священному писанию. Вот баптизм со старообрядчеством. Мой устав проще, это старообрядчество. А люблю Библию, это баптизм. Я такая взрывная смесь, и опять начинает говорить. А то у меня там асфальтоукладчик какой-то бесполезный говорит. Игнатий просто вдавит его и все. Вот это у меня было с отцом Дмитрием. И с отцом Глебом Якуниным. Я скажу только то, что вы хотите узнать, зарядите на нашем форуме, там слишком много. Или зайдите в Google, Яндекс и зарядите Якунин Глеб Павлович.
Вот 80 лет ему исполнилось, в 81-м он умер. И там вы все найдете. Я говорить буду только о том, чего нигде не написано. Это было лично мое с ним. Вот мы находимся, фотография там есть, мы с ним вместе стоим на нашем форуме. Это было в 87-м году. Только что освободились он и я, и мы встретились на квартире. Там был Попков один. А теперь он в Америке тоже. Ну, мне нужно интервью записать. Самое большое в моей жизни было интервью у Глеба Якунина. Интервью это продолжалось 16 часов 10 минут. Ну, понимаете, что такое? Это нереально, 16 часов. Я, значит, несколько приемов. И он с радостью это все сделал. Это были две бобины по 375 метров, по 8 часов 5 минут каждая бобина. Полностью. И он с радостью это сделал. Когда я вернулся сюда, КГБ уже знали про это. Нашлись люди, которые ну, компетентные и там, и здесь. И ко мне на работу, а я на зеркальной фабрике охранял. А работать меня нигде не принимали, только во вневедомственной охране при милиции железнодорожной. И он приехал на работу и спросил. Это который меня курировал, полковник ушел, Юрий Михайлович Никулин. Ну, интеллигент настоящий. Говорят, там люди собираются, головорезы. Нет, не так. Это был человек такого разумения. Видимо, в такую эпоху он жил, когда не приходилось ему давить и прочее. Он умел удивляться. Он умел давать советы. Давать слово и держать. К слову сказать, вот когда меня освободили первый раз в 80-м году, он меня привез домой. Ждал, когда на коленях стояли с Надеждой Васильевной, помолились. И он в это время говорит, я вашей матери обещал, что я вас из тюрьмы выдерну. Вот я привез, я свое слово выполнил. Ведь, и он сейчас еще живой, болеет, Юрий звать его. Помолитесь, а потом кто будет молиться о нем. У него тяжело со здоровьем, что-то там с кровью, не знаю. И вот он приехал ко мне на работу. С магнитофоном. Но заранее позвонил, вы дадите мне пленки? Я говорю, не дам. На, при вас, при мне дам. Я ему и обязан был уже многим. И он приехал с магнитофоном, маяк 205. Я подумал, мои. Просто у меня 15-то магнитофонов-то увезли, а там поделили, думаю. А на нем там разные знаки, их стерли. Да. И вот он у меня сидел там и слушал до утра. Вечером пришел, до самого утра. Ну, я что там держу? За, ограда закрыта. Я что, посмотрел, никого нету. Ну, я садил картошку, спек, поел, лег спать. А при нем-то я не могу лечь-то. Я мотаюсь по базе, хожу. А он сидит, как сыч, говорит, ночной. Ни порошинки в глазу. И вот он кончил, как утром встал, все. Пленки отдал. Мудрец, большой мудрец. Если этот человек о таком говорит, о противнике, с уважением. Как Феликс Эдмундович Дзержинский по патриархе тихо не говорил, который ни одной бумажки не посыл, без своей подписи не пустил. Настоящий противник, с ним интересно бороться. И когда тебя враги признают за такого, значит что-то там есть. Так вот эти пленки, они нигде не стоят. Ни оцифрованные, ни в интернете, нигде. Где они, я не знаю. Я снял всего лишь несколько копий. Если будете молиться так, напомните, в честь памяти его. И для людей это было бы сегодня ну, большое наставление. Большое. Сначала идут вопросы, которые я говорю, а потом, что он сам хотел сказать. Мы сидели там, и он в домашней спокойной обстановке. Вот это вот, чего нигде нет. Я об отце Глебе скажу только то, что есть. Он нас ну, любил очень сильно. Поэтому он меня провел, а ты был хоть раз в Белом доме? Не был. Пойдем. Да как пропуск, я все сделаю. И он меня провел, и я ходил, там все смотрел. Виктор Потапов, священник, который в Вашингтоне был. А он был радиопередатчик на «Голос Америки». А ты хоть раз видел, как «Голос Америки» работает? Я попутно кое-что захвачу. Нет, пойдем. И он провел меня, там огромные такие, как колпаки, стеклянные это. Ну, огромные просто. И под ними сидят турецкий язык. Это говорит, Афганистан передает, а это кто? А это Албания. И все сидят. Друг от друга отделенные, все говорят. И он меня провел, запись сделал. Я еще не вернулся в Россию, уже запись моя с «Голоса Америки». Пришла и говорят, наши на «Голоса Америки» статья была. Но уже дело перестройки, 92-й год, июль месяц. То есть есть такие люди, которые сами подталкивают. И когда у нас трудность была с регистрацией Потеряевки, проголосовали депутаты. У нас своих средств нет, тут Потеряевка, все оттягивать будет. Но ни рубля по сей день не оттянули. У них и не было ничего, кроме печати запыленной.
Ну, давали ему ящик, кажется, этому председателю сельсовета, ящик водки для молодоженов по несколько бутылок. Больше у него ничего, говорит, не было у меня. И вот отец Глеб тут крепко помог. И когда уже было осеннее заседание, уже депутаты все проголосовали за. Поэтому Белый дом для нас был открыт благодаря этому чудесному, прекрасному, его называют не только диссидент, а политический деятель Советского Союза и Российской Федерации. Он захватил там и там. И вот я что, не опровержение, а недоумение сказать, за что его посадили? За то, что он, написано, выкрал. Выкрал из, так, при Совете Министров было такое-то специально образовано какой-то совет по религиозным культам. И этот устав был уполномоченных, и ни один верующий его не имел. Не знали, там написано было довольно обширное, свободы для верующих, но никто этого не имел, они его закрыли, весь устав, а он его выкрал, передал на Запад. Не знаю про это. Я знаю одно, что выступил Фуров, заместитель там Кураедова, к примеру сказать, и видимо так и было, его заместитель, и сказал, есть такие у нас епископы, которые не просто лояльные, а которые ловят наши слова на лету и стараются притворить-то. И он это достал, вот это точно я знаю где, доклад Фурова. И когда его судили, ну перед этим эти компетентные шурики, говорит, там были, и ему говорили, скажи, кто помог тебе это вынести? Половина срока, мы сразу тебя скостим. И это они, когда говорят, они правильно выполняют это. Но он не сказал, пошел на полную катушку. Это отец Глеб Яков, это был герой. Но он сожалел, зачем я принял священство. Ему это было, ну просто, пусть не сочтут за грубость, говорит, коровье седло. Мы вот сидим с ним, он, так, у меня сегодня день такой необычный. Меня пригласили американское посольство с президентом Рейганом встречать это. Ну я помолиться, да подожди ты. Так, давай бутылку тащи сюда. Наливает полный граненый стакан водки и хлобыснул. Я говорю, а фонарит? Я говорю, так вы же идете к президенту, а пусть знают наших русских. Ну что мы такие русские, это Ребров Иван Павлович, певец, показал, как он идет и все время с бутылкой воду пьет, а этот водку. И мы сфотографировались, но минут, наверное, через пять. И видно, что у него такой человек, психиатр сказал, а что у него глаза такие? И он пошел к президенту. Неужели президент не догадался, что он на веселье? Не знаю. Это то, что ну, за кадром. Но он был православный. И в последнее время тоже у него было то, что я не одобряю. Он смотрел на это как на политическую систему православия. С патриархией он абсолютно разошелся. Вот, лик патриархии, беспрекрас. Это его брошюры были. А второй раз, его за первый раз он восстал за то, что свободу церкви отдали. Он и Эшлиман Николай был-то. И его запретили 22 года, он с метлой ходил. Нигде не давали работать и прочее. Алексей Первый еще. И когда он освободился... И он мне записал речь, когда его вызвали, там был Филарет Минский, кажется. Филарета их два было, один Денисенко украинский теперь. И он говорит, ну вот, вот такой интонации, я не дражню, просто сказать, ну вот тебя приняли, смотри, не греши более, чтобы хуже чего с тобой не. Вот такой интонации, это надо слышать. И отец Глеб спокойно это выслушал. Не греши, то есть то, что он за свободу церкви жизнь положил буквально. Не греши, смотри, хуже бы тебе не было. То есть зубы наши наточены, в любой момент ты получишь свое. Это то, что здесь. А потом второй раз, когда разрешили священнослужителям быть избранным и в дому, и там патриарх сидел, Алексей II, Филарет сидел, там, все они сидели там, и он был... Но потом вдруг патриархия меняет это положение и говорят, нигде в государственных органах, чтобы не было. Отец Геннадий Яковлев тоже был избран в городскую думу. Ну, не быть. А он, главное, то он политик был, и он не подчинился. Я считаю, это мое личное мнение, как я живу. Ни в коем разе он не должен был пренебрегать. Он находится здесь, и как можно было пренебречь? Сказали нет, значит, в этот же день вышел. А он не вышел. Не вышел, а остальные это все православные, Жириновские православные. Вот поставили задачу сорвать с него крест, а он с крестом приходит и там показывает сейчас телевидение, как на него бросаются, рвут, а Жириновский кричит, рви с него крест скорее, вцепились и крест с него сорвали. Ну, если сказать это грубо, варварство, но по сути это дело он не должен был, раз уже наложили запрещение. А он пошел дальше, дальше ему анафема. Незаконное все это. Ну, мое мнение, просто говорю, что
когда епископ Евтихий строжился над нами, я заранее сказал, подчинюсь любому его указу, буду стоять в коридоре, но в университете, я в школах, где преподавал, в милиции, он тут не властен. Тут я был проповедником и буду нести. И он даже пошел к Филарету Денисенко, который патриархом теперь, которого тоже анафеме предали. Потом он стал думать, как образовать независимую, новую апостольскую церковь. Образовать. И образовали. И он там был до последнего времени. Это я говорю то, что мне известно не от него уже из этого-то. Здесь не то, что против, а я криком хотел кричать. Нельзя этого делать, нельзя. А что нужно делать? Принести покаяние перед патриархом Кириллом, перед всеми. Попросить снять с себя все. Как Лев Николаевич-то был предан, говорит. А потом-то зачем он коптинским старцам перед смертью потянулся? И стоял, говорит, метался, примут, не примут, и так и не зашел. Ну и там на Астахово, где на станции-то и помер. Вот отца Глеба что-то в этом было, но он пренебрегал намертво это. Здесь я уже больше с ним не встречался, и я только молился. И у меня сейчас еще язык заплетается. Молюсь за здравие, а он у меня в здравие идет, ну, проторенная дорожка. А теперь уже молиться за упокой. Это был на 90 с лишним процентов политик. Активный, смелый, сильный, бесстрашный. Ну и священник в процентах 5. Он исполнял службу, но дальше этого не шел. Какие проповеди говорил, я его не слышал. Александр меня, Дмитрий Дудко, я стоял и с микрофоном записывал. Вот что о нем сказать? Вот, вы слышали? Не подумайте, что он плохой был. Он был прекрасный. Я последний раз виделся примерно в июне 92-го года, когда улетал в Америку. И мы с ним встретились, долго беседовали. Я спрашивал об отце Дмитрия Дудко, его как, он говорит, махнул рукой. Его положение было как бы лучше. В последнее время я вижу, он где встречался, отец Глеб Якунин сидел, руку подтягивал. Видимо, паралич уже руки был. Но везде он выступал. И ни разу я нигде не видел огня Духа Святого. Они даже меня не понимали. И вот ни под одним его словом я не могу поставить «нет». Я сказал бы в другом месте где-то, но никак, ну, к священнику это не относится. Вот это сделать по-другому, и общество будет, да какое общество-то? Ну, посмотри, да нас Бог не послал переустройством миром заниматься. У нас Отечество на небе. И Авраам бы имел возможность, говорит, вернуться, если имел в виду, Павел пишет в послании к евреям. Поэтому в моей молитве всегда эти люди были и будут. Но разночтения были и в этом, что вот этот максимализм, я смотрю как буквализм, написано, я должен исполнить. Не порти края бороды, значит, не прикасайся намертво. Это мне помогает во всем остальном дальше жать. Пост, ну что ты так усыпился, он там что-то принес мне. Пошли там какая-то столовая в Белом доме, тогда еще до сожжения его, Глеб какой-то. Я говорю, сегодня же среда. Что такое буквоед? Среда, не среда, ну, написано, что на базаре там продают, торгут, ешь без исследования. Тут исследовать не надо, масло есть, я вижу, да. Ой, прям не могу с тобой. Улыбнется и пошли дальше. То есть я был для них, ну, как юродивый, или как сказать. Они очень все помогли. И есть чем это вспомнить. И когда будет речь где-то как-то за гибель России... На первой скамье подсудимых, я всегда говорю, будут сидеть учителя и священники. Но вот кого я назвал, думаю, они, может, будут сидеть повыше маленько. Они на развал России не работали, а заботились. Это все были, все трое были патриотами России. И когда я Александру Меню тоже перенесусь на него, спросил, а вы гипотетически можете допустить, что у нас будет не священники, евреи, знаем мы это, епископы евреи, а вот патриарх, что был евреем? Теоретически, да, практически нет. Это невозможно. То есть та участь будет, как Александр Меню. Мне сейчас идут из интернета, вас ждет участь Александра Меня. Вот собрали сейчас в Почаево, это центральный там монастырь на Украине, специально по моему делу. По моему, все сообщают, количество, кто там участвует, пишут в интернете. И что они там собираются? Я говорю, награду какую-то готовят, или грамоту похвальную, да, или москаляку-нагеляку? Что они там думают делать? Но... Я не могу опережать события, но ничего путного не жду. Я уже программу знаю примерно. Это мощи, монашество и не воюйте. Вот три момента, которые сильно в расхождении. И по этим вопросам я не сходился ни с одним из священников, которых сейчас сказал, ну, в похвальном тоне. Отцу Глебу
если можно, пропоем вечную память. Душе его для себя. В Вашингтоне у Виктора Потапова, священника, там был отца Глеба сын. Он тоже опасался за себя, и сына отправил в Америку, он там учился мальчишка. Теперь, конечно, это взрослый мужчина. Вот отец Глеб, он, видите, на 5 лет старше меня был. Если бы мы раньше с ним когда-то встретились, может быть, и как-то было бы и по-другому. Мое влияние ни на одного из них не было никакого. И они на меня никак не повлияли. Мы просто поделились. Но и в разговоре, что они священники, они нигде не придавливали. А ты там мирянин, как и еще с тобой разговаривать. Этого у них не было. Все были простые, открытые сердца. И чем они только могли. Ну, я больше всего, конечно, знал Дмитрия Дудко. Он у меня одно время был духовным отцом, считался. У него был дом, и дом открытый. У отца Глеба тоже на дому я был. А у этого не было. Больше всего я фотографировался, наверное, с отцом Александром Менем. И ни одной фотокарточки у меня нету. Кто фотографировал, фотографа того не мог найти, а я на следующий день уже уехал. Сохранились фотографии только с отцом Дмитрием и с этим. Значит, если вам на память вот 40 дней будут приходить, на память, вы не погрешите, если помолитесь. Мы православные верим, что человек не умирает. Он только переходит. И они были здесь, два исповедника. Дмитрий, отец Дмитрий Дудко, исповедником считается, кто был в вузах, страдал, но не умер. Я попадаю в это число. У людей есть очень большая, сказать, должность, которую мало кто знает. Быть ходатаями за отпадших. Когда гонения бывают, и человек не выдержал пыток и принес идольскую жертву-то. Ну, ему сразу как-то принес, что где-то, ну, не меньше там 18 лет отучали от церкви. Из-за него нельзя было ходатайствовать, ну как враг народа, враг церкви-то. А которые сами были, они могли ходатайствовать, как вот Никола Чудотворец. И он говорит: братья, ну не будьте так строги, пытки очень сильные, но я выдержал, так ну силой Божией-то, ну тут на минуту Бог, может быть, позволил так. Я испытал это все, как надо мной издевались, вот мне 13 дней там в морозилке держали, у меня бронхи, все вот здесь я имею сегодня эту власть ходатайствовать за отпадших. Но мне не пришлось, таких и не было. Это таким был Глеб Якунин. И когда на него нападали, остальное это у меня с ним не сходилось. Я тогда в интернете выступаю, где говорил: он исповедник Божий. Да кого вы называете там? Он исповедник, и это навсегда. Он имел эту власть. Это, таких людей сегодня, может быть, никого и нету. Мне пишут вчера: вас ждет участь Александра Меня и Павла Эдельгейма. Патриархия вам никогда не простит, что вы про нее говорили. А что я говорил? Ничего я не говорил, кроме того, что написано в Библии. Ну, уже предупреждения одно за одним не идут. Что вас ждет эта же участь. Патриархия никому ничего не прощает. Если у вас с властью хорошие отношения, с патриархией они не могут быть хорошие. У меня вера очень большая, могут быть хорошие. Я поставил задачу никуда не идти, а работать там, где особенно трудно. Это патриархия. И особенно там, где меня ненавидят. Это награда. Мы поем блаженны, когда изгонят, когда будут поносить, какими не угодно. Это награда. Да благословит Бог этих старцев, профессоров, которые сейчас работают над моими книгами. Им дали наш сайт, YouTube, все, говорит, это все сейчас будут смотреть. Почему я этого просил? Я все эти годы просил: дайте мне суд.
Не заочно, не облыжно. Но дайте мне бумагу конкретно. Думаю, слово еретик они не должны ставить, иначе тут сразу двух епископов надо в еретики записывать. Максима и сегодняшний Сергий приезжают, служат с еретиками. Она это каноническое правило. И священники. Другое там они будут, что-то. А что, ну, гадать не буду, чтобы не согрешить. Тоже прошу помолиться уже о том, чтобы мой крест не прошел мимо меня. Бог его дал, а отошел на время, или как у Христа было. Да минует меня счастье, я миную. Хочу, чтобы этого не было, но да будет воля Божия, в конце добавляю. Если жертва моя поможет делу, пусть я буду этой жертвой. То есть люди, которые имеют, ну, близкое отношение к верхам, меня уже предупреждают, притом не единожды. И угроза только от патриархии. Ну, конечно, это и радостно, и в то же время, ну, смертный человек, что говорит. Павел говорит, я трижды молил, чтобы Бог сжало сатану и умер. Он сказал, довольно ты тебя благодати моей. Вот что я могу сказать. Отошел. Спасибо, Христос, да. Сохранит вас Господь для нас, вы нам нужны. У кого есть еще что сказать? Просьбы, пожелания, благодарности? О чем? Достойно есть? Я хотел сказать, братья что-то молчат у нас. На благовестие ходили в воскресенье. И был Михаил Кальмаев был здесь у нас. Это с Кемерово приезжал брат. И это, полиция остановила. Кто-то пожаловался на братьев или что. И брата Михаила в машину там пригласили. Он там писал объяснительное, чем занимается. Вот такие сейчас идут строгости у них. Он написал объяснительное, все, их отпустили с миром. Но на неделе начали вызывать. Сначала позвонили Михаилу туда в Кемерово, потом Игнат Тихоновичу, и потом на Володю вышли. Ну а через него уже Сергия достали. Чтобы они вдвоем пришли там, ну, по адресу, там, в милицию, в общем. И есть такой 144-й закон, этот, вернее, или как он, пункт Уголовного кодекса. И там написано, что какой-то опрос могут проводить население, если что-то, какие-то там жалобы или что. И вот сейчас братьев, они сильно домогаются, чтобы пришли они к ним. Говорит, если 10 дней они не придут, там дальше какие-то санкции вступают. Хотя Володя, вот я слышал его разговор, при мне как раз ему позвонил этот следователь или кто там. И он там говорит, а что, вы ничего такого не сделали, говорит, мы вас отпустим, что вы там нарушили, чтобы. Володя говорит, ну тогда давайте я вам сейчас объясню тут по телефону. Ты говорит, задавайте вопросы. Он, а нет, я вот по 144-му пункту могу, значит, вас вот вызвать сюда. Ну, короче говоря, никаких ни бумаг, ничего, просто телефонные звонки идут. Поэтому надо помолиться. Это уже неоднократно, уже нас и где задерживали паспортные данные, взяли на автовокзале, когда мы там попытались снять. Потом, не на автовокзале, а в ЖД вокзале. На автовокзале, с автовокзала выгнали, когда по перрону хотели пройти. С людьми уже вышли на перрон, там начали раздавать визитки, беседовать как раз с людьми начали. И здесь охрана с этими, с электрошоками начали, ну, короче, выгнали, прям вытолкали, считай, за прям ворота, пока мы не вышли с территории. Ну и теперь уже просто ходили по улицам города. Ну, правда, все это получается, как бы, когда идет видеосъемка же везде. Пока просто, если беседуешь, непонятно, в общем, что делается, но ужесточения явные, сильные ужесточения, поэтому молитесь, скоро, может, братьев не досчитаемся здесь, так что давайте, как это, мальчишеки-бальчише, эти отцы ушли, деды ушли, сейчас старшие братья поднимутся, там, младшие, подхватывайте, в общем, вперед! Не жалея своих сил, навстречу идите. Достойно всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим,
и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Лена. Оставайтесь на занятиях. Нет, я хочу вернуться к занятию. Я еще пока не нашел.